Сегодня 24 июля, и у меня выводятся цыплята в этом китайском инкубаторе. Я, честно говоря, не знаю, зачем я их заложила. Просто стало скучно, наверное. Вот. Сколько выведутся, не знаю, потому что я сюда закладывала от молодых петухов еще яйца. Молодые петухи у меня бегают с кученками, и ну, уже они начинают их там топтать. Поэтому вот стало скучно, взяла, вывела. Там у меня еще наседка сидит в сарае. И я, наверное, их подсажу. Пусть побегают, пока посохнут. Так, ну, наверное, может быть, не надо всех или надо. Я, в принципе, нагрела. Вот. Пока сейчас вывелись, еще наклюнутые есть. Так, ну, выводятся. В общем, как видите, здесь 4 индюшиных яйца всего осталось. Спустя 2 недели после закладки я заложила их 5-го. 19-го я воскопировала, 6 яиц были абсолютно светлыми, а эти темными. Но воздушная камера у них была неровная, какая-то как сердечко, какие-то волнистые края, так что не знаю. В общем, инкубатор этот китайский мне нравится, выводится хорошо. Вот смотрите, сколько наклюнутых еще, и в принципе воскопировала это их так, знаете, не очень-то. Ладно. Немножко проветрились, закрою. Ну что вы там смяли тряпочку мою мягенькую? То ли убрать. Наверное, так тепло будет. Уберу я. Давайте, передавите друг дружку у вас. Давайте так сохнуть. Так положу рядышком просто. Кто захочет, укутается, да? Давайте. Грейтесь, тут тепло. Вот такие у меня новости. Приятные. июля. Йосика гуляет всю ночь. Днем спит. Вот такой Вадим сделал домик для цепушек, для этих, для пятерых цепушек. Вот. Травка у них там пока растет. Поклевать есть чего. Водичка. Корм просыпали, но ничего. Вот так он мне сделал, чтобы я им давала еду. Ага. И бежали. Ну, на сколько-нибудь, на неделю. Хватит им этого места. А потом вырастут, может быть, ну, может быть, в начале августа можно будет их к взрослым курам. Мы посмотрим, если они смогут хорошо заходить в сарайчик. Петухов уберем уже к тому времени. Петухи хватит уже расти. Хорошие большие петухи. На Авито выставила, продать не могу, поэтому в суп. Коротко и ясно. Все-таки петуха на перевоспитание мы отправили к индюкам. Так, а ты что не ешь? Эй. Но мы думали, там кто-то кого-то бояться будет. Никто никого не боится. Потому что... Вот... Это Петя. Петя у нас переживает тут. Ты что? У тебя тут это, сыночек растет? Это его сыночек, между прочим, вот тот. Все бы ничего, но вот он моих доминантиков портит. Но петух хороший.
Да, Петя гордится своим сыночком. Гордится. Поэтому вот я его отсадила. Он такой огромный. Ему 3 месяца, но он просто вот какой-то переросток. Какой-то у него гормональный сбой. Как взрослый себя ведет. Да? Ой, я подхожу, мне аж страшно, какие они здоровые. Очень большие. Тоже им, ну, 4 месяца будет уже. В конце апреля родились. Май, июнь, июль. Нет. 3 месяца. Представляете, 3 месяца им будет в конце. 26 июля. Сегодня им 3 месяца. Вот, договорилась наконец-то. Ну, вот побежал там кто-то его. Брат кукарекнул. С той стороны брат. Капусту любят они. Мне соседка сегодня капусту отдала, целый мешок капустных листьев. Тем маски разделила. Да птичкам. Так, сегодня про птичек видео. Так. Ну все, пойду. А то он что-то как-то забеспокоился, Петя. Ну вот знаете, что теперь? Вот у меня вот такая опять задача. Мне сейчас вообще никакой петух не нужен. И спинки зарастут у этих девочек как раз. Оставлю я их в зиму. Пусть несутся, прям люди договариваются зимой на яйца со мной. Вот, петухи не нужны. Ну куда я такого шикарного? Ну что я с ним делать буду? Ну что мне шикарного? Он мне вообще не нужен, потому что молодки будут от него уже, его дети. И мне теперь нужен петух. Ну вот оставлю серого вот этого, пестра вот этого, и все. А тебя, Петя, куда девать? Тех петухов молодых, ладно, или пристроили в суп. А вот этого куда девать? Ведь он шикарный. Так что, кто хочет шикарного производителя, 100%-ного, ну-ка, отойди, покажи, какой он красивый. Вот, загородила петуха. Смотрите, какой производитель. Обалденный. Красивый. Молодец. Он просто красавец. Все, продам недорого. Вытащила я яйца. Те, которые не вывелись. Которые вывелись, индюшиные. Помыла его, потому что там уже завонялось. Помыла, постелила вот такую салфеточку для тех, которые будут выводиться еще. Сейчас закрою. Закрою. Подогреется пусть. Так, вот, закрыла. Пусть греется. Эти пока яйца лежат у меня здесь. Здесь 30 с лишним градусов. И, в принципе, ничего страшного. Чуть-чуть достыли, конечно. Вот у меня еще остались тут яйца. Вот. 4. Вот наклюнутые, смотрите. Одно. Это вот пятерка написана. Это я позже на 2 дня их закладывала. Сейчас перенесу все. Пусть там греются. Ага, ну вот так положила. Вот эти 4 яйца, может быть, уже даже и не выведутся. А вот из этих, где пятерочка нарисована, может быть, кто-нибудь выведется. Вон наклев один есть. И 4. Мишенька. Миш, ну давай закладываем. Пойдем теперь цыплят будем смотреть. Все, давай закрывать будем. Холодно уже. Вот. Осталось там парочка дней. Прослежу, чтобы не запачкалось, потому что эти будут лежать до конца здесь. Эти имеются в виду индюшиные яйца. Сильно не держись, мне что-то перевернется. Давай вот так откроем. Вот. Держи. Вот эту держи. Ага, держи. Все, я буду снимать. Так, ну вот, а теперь скажите, пожалуйста, зачем мне все это надо? Скажите, зачем мне это надо? 25 июля. Да, Миша? Зачем нам нужны эти цыплята? Стало скучно. И осторожно, осторожно, Мишенька. Осторожно, осторожно. Осторожно. Тихо. Любопытные. Но вот эти вот полосатенькие, они самые смешные. Крия есть.
Эти пятки мои. Они тебе будут пальчики клевать. Эй, смотри, 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 что делает. Клеит тебе пальчики. Они думают, что червячок это пальчик твой, да? Ой, вообще. Ну вот. Миш, не наклоняйся. То, что тут брудер лежит, очень ненадежно. Она бежит. Она бежит, да. Еще бежит, еще бежит, еще. Клюнул, да. Они думают, что это червячок. Да, Миша? Пальчик твой. Клюнул. Клюнул. Ох он какой. Ох он. Поиграться. Ну, ее растить потом надо. Смотри, какой задиристый вот этот. Клюнул. Цыпленок клюнул. Ну, задиристый. Миш, тихонько. Тихонько. Ой. Ну все, заканчиваю я ролик. Ну а вы, у кого есть предложение, что мне делать с этими цыплятами? Ну кроме того, что если у меня клушка выведет, ну примерно через неделю у меня клушка выведет, не знаю когда. Если кто-то помнит, какого числа она села, скажите мне, пожалуйста, я не помню. Я не знаю, как будем. Не дают мне снять ролик. Так. Ой, кто помнит, когда я клушка села, скажите мне, пожалуйста, я не помню. Так, что еще хотел сказать? И я хочу, конечно, к ней подсадить. Сможет она столько много выводить или не сможет? В общем, сарай расстраиваем, может быть, они у меня просидят. Да, Миша, ты куда? Миша, ты куда? Я же попросил. Миш, не надо на стул, все, я заканчиваю, Миш, все. Все, давай. Дубль 6. Кому понравился ролик? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Уже забыла, что сказала. Внука воспитываю параллельно цыплятам. Так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ой. Пишите обязательно комментарии. Делитесь с друзьями этим видео. Пишите всякие предложения. И заходите почаще в гости. Пока-пока.